Друзья, это срочное видео. Накопилось множество профитных событий во время моего отпуска. Будем догонять. Во-первых, я стал капитаном торговой команды на бирже Bybit. И первым, кто сейчас вступит в мою команду по моей ссылке, будет бонус $10. Об этом событии я расскажу ближе к концу видео во всех деталях. Во-вторых, на Bybit появился наконец-то копи-трейдинг. Это значит, что всем, кто в моей закрытой трейдерской группе, больше не нужно отслеживать сигналы. Можно подписаться на меня как на трейдера и просто на пассиве зарабатывать деньги. Причем даже на падающем рынке. Например, за прошлый медвежий месяц мои трейдеры сделали плюс 100% балансу, то есть $1000 стало $2000. Все прувы есть в группе. Она закрытая, но при этом полностью бесплатная. Добавляю туда всех, кто зарегистрируется на Bybit по моей ссылке и сделает любой, хоть на доллар, депозит. Плюс мы периодически делаем там розыгрыши на крупные суммы за регистрации на других крупных биржах. В группе мы проводим каждую неделю видеостримы с обучением трейдингу. Отвечаем на все вопросы и вообще максимально помогаем членам группы. И повторюсь, это полностью бесплатно. И третий момент. На бирже Bybit начался период подписки лаунчпада Move to Earn проекта Volt. Есть отдельное видео на канале с подробной инструкцией, как это работает и как зарабатывать на регулярных лаунчпадах и лаунчпулах на Bybit. Ссылку на видео оставлю в описании. А в двух словах, я заранее в Telegram даю пост о каждом предстоящем листинге токенов новых крупных проектов. Часто это трендовый проект. Например, сейчас Move to Earn. Надо нажать кнопку для участия и зафиксировать свои токены BIT. Это токен биржи Bybit. За это вам дадут аллокацию по цене IDO пропорционально вашей сумме в токенах BIT. Причем выдача всех токенов сразу 100% в момент листинга на бирже. Это очень хороший способ дополнительного заработка. Тем более сейчас все просело, это может быть очень интересной точкой для входа. И когда рынок развернется, большая вероятность, что и токены BIT будут показывать бешеный рост. И накопившиеся токены по цене IDO также могут показывать десятки и сотни иксов. А теперь вернемся к актуальному мероприятию, с которого я начал это видео. Это ежегодное соревнование VSOT. Я о нем еще рассказывал месяц назад в Telegram. И первым вступившим в команду давали до $50 США, но потом я уехал в длительный отпуск и не освещал эту тему, плюс все пустилось на самотек. Но сейчас же мы решили сделать новую команду, и первым 10, кто вступит, будет дополнительный денежный бонус. Но нужно понимать, условия торговли и участия в этом мероприятии, баланс должен быть от $500, и поэтому у кого есть нужная сумма, подписывайтесь в мою команду и сразу же подписывайтесь на копи-трейдинг на меня. Кстати, чтобы подписаться на копи-трейдинг на меня, не обязательно нужно быть моим рефералом, это может сделать любой. По копи-трейдингу будет отдельная видеоинструкция в ближайшее время, мы только экспериментируем и пробуем, сам риск-менеджмент торгов и сделок будут такими же, как в нашей закрытой группе. Таким образом, мероприятие VSOT по сути интересно тем, кто и так хочет попробовать торговать по нашим сигналам или же в автоматическом режиме копи-трейдинга на Bybit, и при этом есть шанс выиграть денежные призы от этого мероприятия. И большая вероятность, что в эру NFT могут быть призовые NFT всем участникам. И если есть вопросы, пишите в комментариях или в Telegram. Ну и возвращаемся в боевой режим. Будет много нового и интересного, поэтому жду вас всех в нашем дружном комьюнити и всем удачи на этом пути.